это можно будет посидеть. Сухая, сухая чувачка. Добрый день, дорогой зритель. Здравствуй, уважаемый подписчик. Так, вы на канале Баженеты. Меня зовут Влад. Это Россия, Западная Сибирь. Послушайте на хозяйственную тему, ну и чуть-чуть коснусь политики. Так, кто меня первый раз увидел по поводу очков, я не скрываюсь, не шифруюсь, просто мне рекомендовали какое-то время, а может оставшееся время моих до конца своей жизни оберегать себя от прямых солнечных лучей, поэтому хожу в очках. Сейчас расскажу про дрова. Живу я в деревне, ой, давно уже, давно даже, кстати, вы можете нажать на аватарку, там посмотреть, мы вместе с женой представляемся, там будет понятно, сколько лет уже живем. Короче, какой раз уже, наверное, вторую неделю пытаюсь, значит, записываю материал на тему дров, на тему отопления частного дома. Ну, блин, никак нет времени свободного, чтобы все это смонтировать, чтобы вам показать. Короче, дело к весне. Дрова-то у меня есть, вот они, видите. Но чем ближе к теплу, тем ближе к весне, тем больше расход дров. Так-то у меня, ну, дрова есть, но зимой... В общем, я уже заготавливал себе дрова уже чуть ли по снегу, чуть ли не по зиме в ноябре месяце. Вон они и напиленные они у меня есть, и часть человека попросил, он мне наколол. Ну, получается, сырые дрова весной нифига не горят. У меня же котел еще длительного горения, там проблема, блин, с этими дровами. Нужно топить только чисто сухими дровами. Вот, которые вот, вот такие дрова, которые сухие, вот особенно, значит, этот, вот... Вот такая осина горит хорошо. В общем, нужны дрова на растопку, чтобы закинуть и не задумываться, не заглядывать, а потом уже подкидывать сухие дрова. У нас тут возле деревни, сколько лет, наверное, 5 назад, был пожар. Рядом сосновый лес, сгорело много там гектар, я не знаю, там 6, наверное, что ли. Ну, я могу ошибаться, конечно. И, в общем... Какой раз уже, наверное, неделю пытаюсь съездить туда. А чтобы съездить, нужно же знать, что завести, какой трактор заводить. Либо он ЛТЗ-60 заводить с передним мостом, либо ехать на ЮМЗ с ЗТМ. Ну, на ЗТМ, конечно, ехать лучше, удобнее, потому что там есть ковш, трактор экономнее гораздо. Но проехать в лес — это большая проблема. Я уже там сколько раз там смотрел и видел, что наши местные мужики, ну там бригада, они там ездят, там пилят. Ну, и, конечно, все оформлено, все выписано. Да и так там, по сути дела, собирает горельник, не с корня пилит, а валежник. Просто там за копейки, я точно так за копейки там оплатить, там сколько там нужно дров, и приехать напилить. Но чтобы туда добраться, до леса, это, блин, это большая проблема. Снега в этом году как такового нет, но сейчас к весне начинает мести, наметать. Ну, в общем, я один раз приехал, посмотрел, мужики вроде как поехали. Там вот увидите, я еще раз, ну, поехали с этим МТЗ, я что-то даже не понял, с передком он ехал, скорее всего, с передком ехал. Там аж снег во все стороны летел. Получается, с деревни только до леса, ну, наверное, метров 500. И вот метет с поля эту дорогу, переметает. Типа ночью мороз, а днем тепло. Как только потеплело, в общем, получается, так туда уехать можно. А назад проблема. Во-первых, назад уже нужно тащить полную телегу дров. Это уже телега становится тяжелой. И снег становится такой уже сырой, плотный, который, значит, ну, по нему тяжело ехать, плохо. Но я с помощью техники пошел, ну, я же не пойду пешком быть, или на лыжи не встану, здоровье не позволяет. Ну, пошел туда посмотреть. Монитор маленький, толком ничего не видно. Ну, так-то я вижу, где в том месте, где горельник, где там навалено, где они пилят. Там нашел их кое-как, и то дома нашел. Ну, вроде пилят. Потом смотрю, значит, другой раз приезжаю. А тишина же у нас тут.
Электротехника, если где-то работает, вроде как далеко, а слышно хорошо. Слышу, что трактор работает, что едет. Потом смотрю, ну, мужики там телегу накидали, нагрузили, едут назад. По полю там в лесу нормально, дорога накатана, они проезжают. Ну, я, конечно, сам пилить не буду, мне, конечно, лучше так же с ними, с мужиками договориться, у них купить там на месте, они не откажутся. Потому что пилить мне здоровье не позволяет. Через лес посмотрел, ну, вроде как они это самое, ну, я не стараюсь быть сильно назойливым, там, их близко показывать, они же стесняются, а вдруг там их лица увидишь, там, или номер трактора увидишь, и тому подобное. Не стесняйтесь, ладно. Через лес смотрю, все, они проехали. Потом из леса выезжает, а вот это вот место, где они буксуют, вроде как ехали, все нормально, а потом, значит, ну, потеплело к обеду, все, смотрю, забуксовали. Снег летит во все стороны, значит, ну и они и трактор-то так бережно к нему относятся. Без передка вроде как задние колеса блокируются, а все равно, ну, не едет трактор, не едет. Я уже постоял, посмотрел, значит, ну, думаю, елки-палки. Все, забуксовали мужики. Пошел у них, спросил. Подошел, значит, там, до дороги осталось буквально ничего. Что, я проеду или не проеду? И говорит, ну, сам видишь. Туда уедешь, а назад не приедешь. А там такое получается, это просека через дорогу. Если навстречу трактор попадется, то не разъедешься. По накатанной колее еще проедешь, где трактора накатали, а уже назад не проедешь. Ну вот сейчас вот сижу и думаю, блин, что делать, где брать дрова? Либо с ними договориться, чтобы они привезли, ну это будет, потому что транспортные расходы подороже. Я не напилит вот такие дрова по лени, что они мне ко мне в печку не влазят. А мне нужны дрова, ну вот такого размера, это оптимальные. Вот, понимаете, да? А, еще, кто интересуется, значит, там, в общем, комментариев пишут много, значит, связанные с политикой, с сегодняшними событиями. У меня своих проблем полно. И занимаюсь я хозяйственной деятельностью. Веду канал для того, чтобы запечатлеть себя для своих будущих поколений. И в политику я не лезу. Но если кто такой назойливый, если есть такие назойливые и так хотят это сам, значит, узнать мое мнение по поводу событий, вот я вам просто покажу, если вы досмотрели или дослушали. Вот у меня партийный билет, я член КПСС. С какого года-то? С 91 года. А еще и 3 года ходил кандидатом. И вот мое лицо. До сих пор партийный билет у меня целый. Я его храню как память. И напомню неонацистам, националистам, что в России, а особенно в Сибири, страна многонациональная. Местное население в Западной Сибири, это коренное, это сибирские татары, мусульмане. Дальше, каждый третий, кто здесь живет, в Западной Сибири, имеет украинские корни. Каждый четвертый, либо с Речи Посполитой поляки, либо прибалты. И русского населения здесь очень-очень мало. А русскими считаются те, кто мыслят за Россию, за патриотов. Так что не задавайте, не спрашивайте мне вопросы. Что и как. У меня, помимо... У меня не техническое образование, у меня гуманитарное образование. Я заканчивал партийную школу. И не надо мне рассказывать, агитировать. Это только в 18 году, благодаря дедушке Ленину, окраины России, такие как Прибалтика, Украина, часть Польши, обрели независимость. А не было бы Владимира Ильича Ленина, так и было бы там австро-венгерское государство. Ну, то в истории я вникать не буду. Так что имейте в виду.
кому не понравился я, мое, значит, мое мнение высказывайте. Высказывайте, отметьтесь дизлайком. Ну а кому по душе, значит, мое мировоззрение, мое мнение, значит, или мой образ жизни, моя хозяйственная деятельность, поставьте лайк. Не забудьте подписаться. Там есть кнопочка колокольчик. Нажмите на колокольчик. Если видеохостинг YouTube меня заблокирует или ограничит его наше российское правительство, у меня есть параллельный канал в Яндекс.Дзен. Там можете также набрать на английском Баженит, фамилия моя Селезнев. И также будем, если вам интересно, будете дальше смотреть мою хозяйственную деятельность. А будет ли от этого мне там какой-либо доход или не будет, меня особо это не волнует. Вот эта вот рекламная деятельность моего хозяйства мне вполне устраивает. Потому что я на канале, благодаря каналу, удачно продаю результаты своей жизнедеятельности. Это молоко, мясо, сено и тому подобное. Ну все, в общем, я ответил на ваш вопрос. Больше вопросов не задавайте. Кто будет писать на политические темы, я просто буду их блокировать и банить. Все, до свидания, до скорых встреч. Смотрите хозяйственные вопросы. Все, пока. Всем коллегам привет.